Искусство вообще давно уже у нас превратилось, не у нас только в России, вообще во всем мире, в некую такую искусство провокаций, в искусство пиара. Именно там все время возникают всевозможные скандалы, именно вокруг этих скандалов крутятся большие деньги, именно люди, которые в скандалах как-то поучаствовали, становятся известными. Самый большой такой пример – это Pussy Riot. То есть ничего не нужно, можно просто пойти сделать провокацию, где явно тебя будут после этого, ну, как-то на тебя будут реагировать, а тебе будут говорить. И все, ты уже считаешься человеком искусства. То же самое с Большим театром. Он не избегает этой судьбы, это не какая-то тихая заводь, а там все эти заявления, что его травят и не травят и так далее, все это подчиняется тоже законам пиара. Они идут, в принципе, на пользу тому же самому Цискоридзе. Он найдет себе работу в любом балетном коллективе мира. Танцор такого класса, как бы, он, безусловно, будет востребован везде, и через некоторое время мы его где-нибудь увидим. Вот и все.